на сцене сборная медалисток Тамбовской губернии. Давайте громко поддержим наших гостей. На сцене отличницы. Это мы ждем принца на белом коне, а в итоге пишем заключенным. Отличницы. Это мы всю жизнь учились на пятерке, чтобы потом ездить на четверке. Ну, отличницы. Это для нас ягуар, это в первую очередь животное. А Марья Ивановна Цветаева. Мы из Тамбова, из областного, прости господи, центра. И немного о нашем городе. Тамбовские учителя больше других возмущаются, что им платят маленькую зарплату. Причем платят именно та причина, по которой они так мало получают. Но Министерство образования Тамбовской области заявило, что это ихние проблемы. Была сборная медалисток Тамбовской губернии, команда, с которой есть о чем поговорить.